Соратник экс-мэра Горовицы Эдуард Смолер объявлен в международный розыск. Об этом сообщила Одесская областная прокуратура, передает интернет-издание «Ревизор». Бывшего начальника представительства по управлению коммунальной собственностью подозревают в незаконном отчуждении городского имущества на 38 миллионов гривен. 25 июня Приморский суд решил отправить экс-чиновника в СИЗО на 2 месяца, а 16 октября Эдуард Смолер вышел на свободу. По словам заместителя прокурора Михаила Черного, обжаловать это решение по закону прокуратура не смогла. Следователь избрал меру пресечения в виде залога в 1 миллион гривен. Однако это не остановило защиту, и указанная сумма поступила на счет государства. Сразу после этого подозреваемый подался в бега, и было поздно изменять меру пресечения залога на взятие под стражу.